занятий первоначально строится о том, что мы проводим инструктаж. Мы рассказываем детям, что можно делать в баге, а что нельзя. На первом занятии мы им даем прокатиться, а на втором занятии они уже катят нас сами. Третье занятие у нас строится на том, что мы также спрашиваем технику безопасности, но выезжаем уже за территорию лагеря. На наших занятиях все дети очень радуются, получают экстремальные ощущения, драйв. Всем нравится, поэтому приезжайте в мотор. Сегодня мы прибыли на поле, это у нас третье занятие. Мне очень нравится кататься на баге. Я сюда как раз приехал, чтобы попробовать новую технику. Занятия на баге очень крутые были, очень быстро гоняли. Масса положительных эмоций, инструкторы просто во. Класс, всем советую.